кто хочет покупаться на крещение, но боится холода или боится нырнуть, могу дать отличный совет. Рядом со Светогорском есть поселок Студенок. Там есть источник. На уровне душа бежит вода, круглый год, 18 градусов. И там вообще не напряжно, вообще абсолютно легко, может каждый окунуться. Я позапрошлом году купался, вообще даже приятно, тепло под ней стоять. Мороз, она кажется теплая. Вот так вот, можете пробовать. И не напряжно, и соблюдите традицию. И закалочка. Вот я нашел видосик. Этот источник, поселок Студенок. Крещение, 2020 год. Я купаюсь, абсолютно не холодно. Под водой даже тепло стоять. Так мороз, а в ней греешься. Ну, вообще комфортно и хорошо. Рекомендую попробовать. Вода 18 градусов в любое время года и в любой мороз. Yeah.